В общем, давно я не собирал, не разбирал автомат, лет уж, наверное, 15-20. Последний раз выполнял это упражнение, если не ошибаюсь, в 1982 году, ровно 35 лет назад. Служил в армии в погранных войсках, автомат, ну, постоянно находился. Не судите строго. Выполнение норматива приступить. Первое. Газовая трубка со ствольной накладкой. О, это очень тяжело. Так, первое, что мы делаем. Так. О! Блин. Да, тут тоже вот плохо садится вот эта штучка. Пружина, квадратный механизм. Крышка ствольной коробки. Контрольный спуск. Боюсь, что он сейчас не зайдет у меня, да? Что делать? Вот. Нет. Присоединяется затвор к затворной раме. Крышка ствольной коробки. Главное попасть в дырочку. Это не очень получается, но вот вроде получилось. Сборка закончена. Блин, да что ты будешь делать? Во. Давай. Так. И что? Вот так вот, да? Вроде, да? А нет, не съехал. Контрольный спуск поставить на предохранитель. Шомпол. Собирать труднее, чем разбирать. Вот так вот, да. Все, сборку. Сборку совершил. Так, все правильно. Упражнение завершено. Что такое? Все, не слава богу. Все. Олимпийский рекорд.